Так, Илья, скажи что-нибудь посвященное дню 4 ноября. Серьезно? Да. Значит, сегодня 4 ноября 2016 года. Мы открываем лыжный сезон в деревне Каменск. И что могу сказать? А что это за место в деревне Каменск? Расскажи поподробнее. В Каменске у нас находится супер лыжная трасса, за которой присматривает Олег. Это не важно, это Олег. Это Олег. Так вот, кое-что специально для Максима Балыкова. Максимушка, ну ты и лох, что не поехал с нами сегодня сюда на Каменку. Здесь просто супер. Я показываю просто Илюху покрупнее, думал, он какие-нибудь жесты начнет показывать. Нет? Ясно. Все, значит, ребята, лыжный сезон в самом разгаре. Начинаем кататься. Да, ну молодец, Илюха. Все, как бы он сказал, да. Вот. Этот человек сегодня успел упасть, так же, как и я, собственно говоря. Да, трасса сегодня 3 с плюсом, 4 с минусом. Ну, для ноября это 5 с плюсом. Для ноября это вообще 5 с плюсом. Да. Вот, я сейчас себя тоже покажу немножечко. Так, Вован, крупный. Там все снимается, все круто. Я вот, посмотрите, весь белый, я тоже упал. Снеговичок номер 2. Классно, палки у меня прокатывают, потому что я их сначала неправильно взял в руки, то есть обратной стороной. Сейчас я уже приспособился, так что все четко. Вот. Ну что, Иван, поедем дальше? Да, поедем дальше. Завидуйте, ребята.